الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. В Восточной Азии есть много бедных стран, где люди живут в хижинах и находятся в тяжелом финансовом положении. Вместе с этим они стараются повсюду наставить так называемых божеств. Так что ты можешь увидеть их в ресторанах и в их домах. Они пользуются большим спросом и продаются в большом количестве. Правда, цены разные. Маленький идол стоит дешевле, чем большой. Большой дороже. Некоторые даже проводят кампании «Купи двух божеств, а третьего получи в подарок». Кстати, я сейчас не издеваюсь и не шучу. Это на самом деле так, как я вам описал. Они поклоняются истуканам, которых сами изготавливают, а потом продают. Именно это и происходит. Я ничего от себя не добавил. Когда мы ездили по Камбодже на машине, я часто проезжал мимо храмов. Снаружи я видел, какое удивительное впечатление они производят на людей. Они занимали большие площади земли. Когда ты подъезжаешь к этим храмам и сравниваешь размер собственного тела с этими украшенными громадами, ты чувствуешь, что на их постройку был потрачен не год и не два. Я решил зайти в один из этих храмов, чтобы осмотреть его изнутри, после того, как заручился разрешением монаха-смотрителя храма. И этот храм продолжает строиться. Строительство еще не закончилось. Сколько времени заняло строительство этого храма? 11 лет. 11 лет? Да. Когда ты заходишь внутрь, глаза не могут не пройтись по всем этим золотым украшениям и не заметить, сколько труда в них было вложено и каких чрезвычайных трат это потребовало. Украшения, орнаменты, резьба, золото, статуи, изображения — это нечто поразительное. Мне не давал покоя один вопрос. Я все хотел задать его, но переводчик предупреждал меня не задавать этот вопрос. Но я так и не смог сдержаться. Я не смог стерпеть. Разве у вас нет большого количества бедных, нуждающихся людей? Возможно, если бы украшений в храме было бы поменьше, вы бы смогли отдать деньги бедным, и они бы жили и не умирали. Вы думаете, он ответил на мой вопрос? Нет, не ответил. Он начал говорить о чем-то другом. Тогда я попросил переводчика вновь задать ему этот вопрос. Я попытался услышать от него хоть что-то, но он нас так и не просветил. Строить надо хорошо и прочно, как следует. Нет, скажи ему насчет этих украшений. Что, если бы деньги на украшения они раздали бедным? Он лишь сконфуженно улыбнулся. Кто-то может сказать, вы, мусульмане, тоже украшаете свои мечети. А кто говорит, что это правильно? Это ошибка. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запретил украшать мечети и сказал, «Судный день не наступит, пока люди не станут украшать мечети». И истину сказал пророк, да пребудет над ним мир и благословение Аллаха. Вместо каких-то украшений и лишних трат на одну мечеть можно было бы построить еще одну мечеть. Так или иначе, мы продолжали изучать обычаи и традиции тех стран. Однажды я поехал, чтобы проведать одного больного, которого ранее мы отвезли из деревни в столичную больницу. Вдруг мое внимание привлекла еда и благовония, стоящие у дерева. Я спросил у переводчика, что это такое? И он ответил, они просят у деревьев исцелить их больного. То есть они считают, что деревья — это тоже часть божеств. Они подносят им еду, чтобы они исцелили больного. Но еще более удивительным был случай, когда как-то раз мы искали одну отдаленную деревню. Мы ехали на машине и увидели на обочине что-то типа маленького магазина, где стояла группа их божеств. Там люди кормили их лучшей едой и фруктами и просили у них, обращались к ним с мольбами со смиренностью. Я спросил переводчика, что это? Он ответил, это место для божеств. Оно стоит на дороге для тех, кто проходит или проезжает мимо. Тот, кто хочет проехать дальше, платит деньги идолам, подносит им еду и приветствует их, после чего едет дальше. Представь себе, каждый, кто проезжает мимо, делает это. Хотя люди, клянусь Аллахом, нуждаются в этих деньгах и нуждаются в этой еде. Спроси его об этих идолах, слышат ли они его? Когда мы обращаемся к ним, мы не знаем, слышат ли они нас, но мы просто приходим к ним и просим их, и все. Верит ли он,
что есть Бог на небе. Он верит, что есть Бог на небесах. Скажи ему, что раньше мы делали то же, что они делают сейчас, поклонялись идолам, наши предки, и Аллах отправил к нам пророка. Этот пророк сообщил нам, что тот Бог, который на небесах, недоволен, если люди поклоняются кому-либо кроме Него. Такая уж твоя религия, говорит. Он говорит, но мы буддисты. А у буддистов такие уж традиции. Скажи ему, что если он будет поклоняться одному Богу, он ощутит спокойствие и душевный покой. Это наш призыв для него. Мы до него донесли. Пусть он пойдет и подумает. Спасибо. Я пытался убедить кого-нибудь из них, но без толку. Тогда я пошел посмотреть, что служители этого храма делают с едой и деньгами, что делают люди, ответственные за храм. Они питаются за счет этих подношений. Сейчас они поглощают эту еду, которую изначально собрали из имущества тех, кто проезжал мимо. Они поедают самую вкусную еду и забирают деньги себе. Люди знают это, но вместе с тем продолжают платить каждый раз, как проезжают мимо этого места. Субханаллах. Кто-то может сказать, почему ты это так порицаешь? Есть и среди мусульман те, кто делает то же самое, только по-другому это называет. Когда кто-то просит помощи у так называемых баракатных камней или надгробий, честно говоря, да, есть такое. К сожалению, есть среди мусульман люди, которые это делают. Причем даже в арабских странах. Я собственными глазами их видел. В Йемене, посреди пустыни, я видел макам из камней, над которыми сделали тень. От этого места они пытались получить благодать посредством благовоний или чего-то еще. Я спросил их, кто же так делает? Они ответили, это гробница, расположена на месте, где умер один человек. Потом он был похоронен в другом месте. И вот эти камни они поставили там, где он умер, в качестве знака, и пытаются получить от них особое благословение и благодать. Возможно, некоторые энтузиасты захотят разрушить это своими руками, чтобы таким способом сделать порицание этому действию. Но это неправильно и не мудро. Мудро будет, если сначала ты разрушишь эти камни в людских сердцах. Иначе потом они взамен построят другую гробницу. И действительно, мы начали искать внуков того человека, который умер, и в память которого поставили эти камни. Внуки отвечали за эти камни. Мы долго говорили с ними, объясняя им шариат Всевышнего Аллаха в этом вопросе. И в конце концов, хвала Аллаху, Аллах раскрыл их сердца, и они восприняли наши слова. И своими же руками разрушили макам своего деда. И это гораздо лучше, чем если бы мы сами это сделали, потому что так они это сделали с убежденностью. И хвала Аллаху, по милости которого завершаются праведные дела. Хвала Аллаху за то, что Он направил нас к знанию Его и причист Он, к поклонению Ему одному, и нет у Него сотоварищей. О Аллах, доверши для нас Твою милость и сделай нас направляющими на прямой путь и следующими верному руководству. Аминь, о Аллах, и хвала Аллаху, Господу миров.